Провожу эксперимент, показываю действие щетки Skin Vigoret Sonic. Итак, на двух апельсинах поставила два пятнышка с помощью туши, придающей объем. И рядом капнула таймвайз с очищающим средством 4 в 1 для комбинированной жирной кожи. Одно пятно будем смывать просто ватным диском, второе пятно будем смывать с помощью щетки. Поехали, эксперимент. Итак, ватный диск намочили и смываем. И вторую намочили щетинки на щетке и смываем пятнышко, а потом еще начисто пройдемся салфеточкой. Итак, показываем. Видите, как бы мы ни старались, вот осталось средство в точечках. Стираем теперь салфеткой, показываем. Видите? Этот апельсин абсолютно чист. Это пятнышко на апельсине абсолютно чисто, никаких следов от туши в порах. А на этом, видите, чуть-чуть туши осталось глубоко в порах. Поэтому результат щетки Skin Vigoret действия рекомендую. Шикарный гаджет.